Сегодня мы побываем на открытии выставки рукоделия «Волшебный лоскуток» вот в этом красивом здании. Находится оно в центре города, на улице Урицкого. И несмотря на то, что оно немножко пошарпано, оно просто вовремя не покрасили. Здесь проходят разные выставки, рукоделия и не только. И будет открытие выставки, это значит концерт. И посмотрим саму выставку, на которой представляет свое рукоделие, своих кукол моя подруга Людмила Демиткина. Ну и посмотрим, как она танцует. Здание очень старинное, как и многие здания в Рязани, оно относится к памятникам архитектуры. Здесь какое-то управление находится внутри. Ну, знаете, вот немного, ну, как бы чистенько, но очень-очень оно старое, ему очень много лет, чего здесь только не было в свое время. И это памятник архитектуры 1905 года. Так, это я все читаю, потому что запомнить я просто все не могу. И он охраняется государством, был раньше здесь летний клуб дворянского собрания. Я обалдею с такой от архитектуры, от резных этих доличников деревянных. Просто красотища, да? Так, ну и вход вообще летом здесь центральный, а мы будем обходить. Хочу отметить, что в видео использованы съемки с камеры GoPro и с моего телефона, поэтому при приближении камеры телефона терялась четкость картинки, а GoPro снимает на широкоформатном режиме, то есть картинка получается далеко, и при монтаже я ее приближала, и все было как-то нечетко в итоге, поэтому, еще я пыталась пятой рукой делать фотографии, прерывая съемку, поэтому прошу строго не судить, а понять и простить, просто насладиться концертом. На открытии этой выставки прекрасными выступлениями девочек с танцами, народными песнями и в конце танцевальным дефиле коллекции моделей времена года, выполненные в лоскутной технике участниками клуба «Волшебный лоскуток». Выставка работ мастериц. Лоскутное шитье, лоскутные фантазии. Вижу много знакомых девочек, как я их называю. Мы с вами уже были в этом зале. Здравствуйте, здравствуйте. Так, Людмилу вижу. Зал почти полон. И мы начинаем. Вас в этом уютном зале Рязанского областного научно-методического центра народного творчества. На торжественном открытии выставки работ мастериц клуба декоративно-прикладного искусства «Волшебный лоскуток» из города Рязани «Лоскутные фантазии». Мы приветствуем бурными аплодисментами прекрасных мастериц, участниц этой выставки и всех присутствующих в зале милых дам. Разрешите пригласить на сцену руководительницу клуба «Волшебный лоскуток» Любовь Викторовну Дроздову. Любовь Викторовна, подождите, подождите. Хочется сказать немножко о клубе, о деятельности клуба, о том, что это наши самые активные участники выставочных мероприятий и города, и всей Рязанской области. Помимо выставок у нас в Центре народного творчества, на фестивальных площадках города, вы активно участвуете в областном цикле передвижных выставок. Ездили уже всю область. Хочется пожелать всем мастерицам, вам огромного здоровья, большого творческого вдохновения, весеннего настроения, всего самого лучшего. И традиционно примите диплом за участие и организацию данной выставки. И небольшой скромный подарочек. Присаживайтесь на свое место. Спасибо. Позвольте и мне от лица всего мужского коллектива Центра народного творчества
Ой, так волнуюсь. Поздравить с этим наступающим Международным женским днем замечательным стихотворением Андрея Дементьева. Мы знаем, что все женщины прекрасны и красотой своей, и умом, еще весельем, если в доме праздник, и верностью, когда разлука в нем. Не их наряды и профили римские, хотя и это тоже. Нас покоряет женская душа, и молодость ее, и материнство, и седина, когда пора пришла. Покуда живы, мы вам молиться будем, любовь иным восторгом предпочтем. Господь явил нам женщину как чудо, доверив миру эту красоту, и повелел нам рядом жить достойно, по-рыцарски, и щедро, и светло, чтоб души наши миновали войн, а в сердце не закрадывалось зло. И мы, мужчины, кланяемся низко всем женщинам родной земли моей. Недаром на солдатских обелисках чеканит память лики матерей. Много рассказать об истории деятельности клуба «Волшебный лоскуток». Единственный клуб лоскутного шитья в Рязани был создан еще в прошлом веке. В 2021 году клуб отметил свой 25-летний юбилей. И руководит клубом в настоящее время Любовь Викторовна Дроздова. Клуб объединяет мастериц разного возраста, разных профессий и разного уровня подготовки, но объединяет всех одно – желание творить и создавать, ведь от маленького лоскутка до шедевра один шаг. Наши профессиональные и самодеятельные артисты не смогли остаться в стороне от данного события и пришли поздравить наших чудесных мастериц с важным шагом в их творчестве, открытием выставки «Лоскутной фантазии» и всех женщин с наступающим праздником. Песня о родном крае из репертуара Валентины Толкуновой исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей Елизавета Симакина. Но где в долине родится?
9 города Рязани, руководитель Ивашкина Ирина Викторовна, Ивкина Анжелика Васильевна. Встречаем!
временами года, которые они для нас подготовили. Встретим их бурными аплодисментами. Изделия всех наших участников. Здесь у нас в этом зале крупные изделия, а в том малом зале и крупные, и наша мелочь. Мы с любовью относимся к нашим клубам, мы очень дружно живем, мы посещаем много всевозможных выставок, не только в Рязани, но и действительно, надо сказать, что объехали практически все районы нашего города. Но у нас это городские выставки, мы участвуем во международных выставках. Вот мы в 96 году организовали клуб наш Татьяна Седова. И до сих пор мы всегда выезжаем, не просто вот в Рязанской области замыкаемся ей, а у нас вот в этом году только вот его не будет. А так был Всероссийский фестиваль лоскутного шитья. Он был в Иваново. Мы практически лауреаты и дипломанты этого большого конкурса, где собираются лоскутницы практически со всей России, и даже, в общем, были мировые лидеры. Итогом этого фестиваля всегда была передвижная выставка. Эта выставка путешествовала по всему миру, по сути дела. То есть лучшие работы были и в Японии, и в Германии, и, в общем, везде, где нас принимали, нас принимали. Кроме того, мы участвовали в международном проекте Чайлис, в общем, Лариса Чайлис. Она живет в Канаде, россиянка, бывшим, и она собирала небольшие квилты, которые тоже возила по стране. Особенно ее интересовала Америка,
Я была и в Канаде, в Америке, в Карибских островах, в Японии, то же самое по всей Европе. И была и в Сочи, и в Москве, и так далее. В общем-то, мы живем дружно. Мы вот, видите, танцуем, и костюмы шьем. И мы шьем все, что можно сшить. И стараемся не отстать от моды. Вот сейчас идет у нас много проектов, где идет утилизация остатков нашего шитья. А у нас остается очень много. Шьем панно, остаются обрезки, одеяло обрезки. Из этих обрезков мы стараемся собрать изделия, чтобы у нас ничего не пропадало. Мы стараемся привлечь к нашим даже молодых девушек, молодых женщин, потому что это наше искусство очень увлекательное. Она забывает обо всем на свете. Ты хочешь домой в плохом настроении, села за шейную машину, и все осталось где-то там. И поэтому мы радостные, мы веселые, мы отзывчивые, мы всегда приветствуем, когда к нам приходят новые молодые кадры, которых мы обучаем, и они вливаются в наш коллектив. Поэтому я хочу, чтобы наш коллектив продолжал жить, продолжал творить и дарить людям счастье и радость. Можем теперь с твердостью сказать, что выставка у нас открыта, торжественно. Выставка открыта, да. Вы сможете посмотреть всю экспозицию и задать интересующие вас вопросы. Но перед этим просьба ко всем участницам клуба и участникам концерта подойти к сцене для общей фотографии. А теперь начинается обзорная экскурсия. С начала экспозиции задавайте любые вопросы. О, отлично. Я буду говорить 3-4. В это время все открыли глаза и улыбнулись. 3-4. Красавицы, 3-4. Отлично. Теперь все вместе, да? Мы тут немножко быстро фотографируемся на память. Женщины, девушки, 3-4. Отлично. 3. Фотосессия закончила. Все. А мы сейчас пойдем смотреть все, что представлено на этой выставке.